В Западно-Казахстанской области массово гибнет скот. Падеж зафиксировали в Бурлинском районе. По словам местных жителей, от неизвестной болезни уже погибли сотни голов. Специалисты устанавливают причины. Ветеринары взяли материалы на анализ. Они предполагают, что это заболевание МКР или же эмфизематозный карбункул, острая инфекционная болезнь. Ею заражается крупный рогатый скот, в основном молодняк. Фактом, что после вакцинации был падеж, все симптомы совпадают на болезнь Харасан. То есть там образуются в зоне бедра, ноги, грудной, шейной зоне, там образуется вода, кровотечение, и там в ближайшие 2-3 дня все умирают с скотом. В октябре месяце сдали 3 подматериала от 3 падших животных. Результат был отрицательным. 30-го сдали 2 подматериала от 2 животных павших. Ну, результат ждем через 8-10 дней. Животные хромали, мы подозреваем МКР. Но первый раз тоже так же было, подозревали МКР.